У Дніпропетровську відкрився незвичайний, навіть надзвичайний ярмарок – музичі Christmas Art Fair. До нашого міста цю традицію завезла Аліфтина Кахідзе, відомий перформер, художниця і куратор проєктів. А прийняла цю ідею я галерея, яку 2 роки тому в нашому місті заснував Павло Гудімов. Коротко скажу, що продавати і купувати на цьому ярмарку можна тільки предмети сучасного мистецтва. А докладно із перших вуст наші гості сьогодні – сама Аліфтина Кахідзе і куратор проєктів з Дніпропетровської сторони Катерина Семенюк. Здравствуйте. 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 Ну, от сразу чувствуется позитивная энергетика, потому что улыбаетесь и делом, тем, которым вы, в принципе, занимаетесь, очень полезное, интересное. Ну, наверное, первый вопрос, Аліфтина, к вам. Название ярмарки – это ваше изобретение? Мое, совместно с Еленой Остроковой, мы это сделали. Музычи, расскажу. Маленькое село в Киевской области, там, где я живу, где первый раз прошла музыча Christmas Art Fair. То есть, по большому счету, насколько я читал немножко информацию в интернете, у вас там есть в музычах небольшой особняк, правильно? Нет. Нет? Особняком бы я не назвала. Дом и мастерскую. Дом-мастерская, да? Дом и мастерская. Дом и мастерская. Съемочная группа 9 канала побывала на открытии, послушала мнение, кто что хотел купить, какие отзывы. Давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями, а потом вернемся в студию. Договорились? С удовольствием. Я уже выбрал много работ, да. И мне их нужно срочно купить. Скорее. Сейчас я их куплю. Прошаних зигарку, ніжастих по бочіку, дароніку на дручіку. Мотилі древняні, коніку пуляни, цукровий вати, із п'єрніка хати. Продаю, покупаємо. Успел, пока да. Я купил работу неизвестного автора, вот в Тубе, и Сильваши, последнюю. Я буду купувати наконечно, але за дорученням своєї старовинної приятельки. Ідея дуже класна, мені подобається. Давно пора щось подобне організувати. Такого ще не було в цьому місті, і на самом деле тут весело. Це надзвичайно хороша ідея, це соціальний проєкт не стільки ж, наскільки і мистецький. Це... Так, тому що це не є комерція, то є можливість наблизитись до мистецтва. До мистецтва сьогодні, до мистецтва сучасно. Такої халяви не зустріти ніде. Аліфтіна робить диво. Ну вот мы посмотрели эту нарезку. Вы вернули, по большому счету, людям такое подзабытое понятие, как очереди. В связи с этим вопрос, что произошло, почему и зачем в Я-галерее стояла очередь? А, почему и зачем? Дело в том, что предмет искусства отличается от предмета, выставленного в магазине, тем, что иногда он уникален, он единственный. И поэтому, если ты опоздал и не был первый в очереди, только запомнить можно. Посмотреть и запомнить. И запомнить навсегда. Навсегда. А если оказался первый, иметь всегда. Даже известные успешные дизайнеры, художники торопились что-то купить. Что купили конкретно? Катя? Как мы и предполагали, купили работы наиболее известных, наверное, авторов. Работы, которые... Не с помощью Аліфтини, не на этом событии. Наверное, эти люди, ну, может быть, и не могли бы себе позволить, а может быть, даже не могли себя вообразить обладателями, да, этих вещей. Но для этого, в общем-то, и было это событие организовано, для того, чтобы человек мог в первую очередь вообразить себя коллекционером и, возможно, в будущем им стать. То есть это речь не идет о тех людях, которые уже имеют практику коллекционирования. Скорее всего, мы знаем людей, которые это было, допустим, какое-то первое приобретение вообще вот в жизни, искусство. И мы
в связи с этим делали какую-то дополнительную информационную, да, информационную поддержку. Ну, разгляд, почему такой ажиотаж? Вот так много появилось в Украине и в Днепропетровске коллекционеров современного искусства? Или с чем это связано? Ну, очаровали мы как-то речью своей, рассказали, что такое коллекционер современного искусства. Прежде всего, человек, который покупает предмет искусства, мы это говорим, уносит домой из художественной галереи, он становится заложником того, чтобы интерпретировать это, объяснять близким. Это большая миссия. Просто так купить то, что является сейчас современным искусством, это может быть фото, видео, это может быть папка, это может быть объект. Вы не можете утверждать запросто, вот это просто объект современного искусства, и ничего не рассказать вашему соседу, который зайдет и скажет, а что это? Например, эти туфли... Вот, только хотел спросить. Здорово. Вот эти туфли непростые. На самом деле я их не продаю на ярмарке, а можно было. Не удивлюсь, если кто-то захотел бы их иметь. Первый раз я их одела на Вена Феа. Мне хотелось исследовать, как же, например, я как художница буду ходить по этому мероприятию, и что я буду чувствовать. И когда я царапала каблук, а значит, я приобретала опыт, я заклеивала наклейкой Вена Феа. Потом я организовала свою собственную музычку Крисос Арт Феа. Мы сейчас про это говорим. Я снова поцарапала каблук, я что-то узнала про то, что такое продажи объектов современного искусства. Не исключено, что и здесь нацарапаю у вас в Днепропетровске, и тогда заклею. И что же тогда произойдет? Розовое, розовое — это цвет гламура, станет черно-белым. Постепенно. Да. И тогда я буду все знать про эти мероприятия, что такое ярмарки современного искусства. Уже очень много знаю, и очень много опытов было привезено. Катя упомянула про то, что мы очень много сделали для того, чтобы рассказать, что такое ярмарки современного искусства. Прекрасный, краткий путеводитель в мир современного арт-рынка, или как купить видео, идею, фотографию и так далее, написала Мария Ланько. И это все мы даем всем, кто хотел бы приблизиться и узнать больше о предмете современного искусства. Это можно... И, да, это важно отметить, что это не покупается. Это получает каждый желающий. То есть как информационный бюллетень, да, по большому счету. Да, и это, наверное, одна тоже из наших основных миссий. Вот, ну, смотрите, фактически выставка-ярмарка работает 2 дня. Правильно я понимаю? Ни в коем случае. Ни в коем случае. До субботы. Нет, вот уже прошло 2 дня. Правильно я понимаю, да? Да? До субботы вы будете. Что-то еще осталось или нет? Или уже практически все продали? Нет, осталось. Ну, заинтригуйте. Сейчас вам скажу запросто, в 5 секунд. У нас представлено на ярмарке 873 предмета. Из них приобретено, пауза, 72. Да. Смотрите, вот, Катя, следующий вопрос к вам. Что такое музыча Art Fair для Я-галереи, в первую очередь, в Днепропетровске? Сколько вот лично вам пришлось добра вот этого всего перебрать, разложить, распаковать, оформить и разместить? Мы это делали все совместно с Алевтиной. То есть она очень сильно... Она здесь не только идейный вдохновитель, она сделала очень много работы, и без нее бы этого события бы не было. Но, конечно, и без команда, которая подключалась, и это были и волонтеры, и помощники, на самом деле очень масштабное событие. И когда заходишь, кажется, вроде бы и не так много всего, но работа проделана колоссальная. И действительно, когда мы сегодня только подсчитали, что это 873 объекта, мы, в общем-то, сами даже и не поверили в это, что это действительно такое количество. Это приходило со всей Украины, это художники днепропетровские только здесь уже подключились. И это нужно было вообразить, представить, поговорить, это делала Алевтина, мы это здесь уже собирали, принимали, транспортировали, распаковывали, экспонировали. Количество авторов, хотите знать? Конечно. 56. 56? Да. Сколько днепропетровчан? Катя, поможете? Я не знаю, нужно... Назовем. Ну, пока будете вспоминать, следующий вопрос. Давайте поговорим все-таки о вопросах покупателей, да? Вот кто, конечно, покупатель, кто авторы, цены, кто устанавливал? Насколько я знаю, были очень известные работы известных
людей, которые, ну так, с интернета что-то купить очень дорого, а тут можно было бы гривен за 300-350 приобрести какую-то уникальную вещь. Хороший вопрос. Вчера я говорила на открытии музычи Christmas Art Fair такую вещь, что даю клятву, что это приключение, и такого больше не будет. Дело в том, что в принципе цена на предмет искусства, она символична. И очень сложно определить. И по сути то, что работы максимальная цена на музычи Christmas Art Fair в Днепропетровске 500 гривен, это снова символично. И поэтому в целом весь этот проект большой масштабный партнерский проект. Можно сказать, что многие художники просто делают шаг навстречу и дают возможность всем, кто придет в галерею и захочет что-то приобрести, это попытка им почувствовать тем гипотетическим покупателям быть коллекционером. То есть это все условность. И это вот только до субботы, до 5 вечера, и все. А потом, скорее всего, сама действительность внесет коррективы, и таких цен не будет. Уже никогда? Ну, никогда не знаю. Никогда не говори никогда. Абсолютно верно. Какой предмет купили в Днепропетровске первым? Запомнили? Да, я помню, я знаю. А у нас так были распределены, да, зоны ответственности на этом сложном событии. Поэтому Алевтиной больше была все-таки роль общения, коммуникатора главного. Да? У меня, наверное, все-таки тоже, а были наши коллеги, которые больше вот занимались вот этим учетно-финансовым вопросом. Вы помните, да? Да, конечно. Это была керамика Елены Бланк. Ну, вообще, по большому счету, прогнозы оправдывают себя? Нет прогнозов, это эксперимент. По сути, нет никакого плана. Но, тем не менее, появилось определенное ноу-хау. Телезрители смотрели, и меня заинтересовали определенные вот эти меточки разных цветов. Что это такое? Да прекрасно. У нас есть такая бирка, лейба, как мы ее, нравится. Кому как удобнее, да. И здесь специальное поле, на которое мы, как в классике, клеим красный и зеленый. Это организаторская функция. Система учета. Да. Красная приобретена работа, зеленая зарезервированная. Но так как мы написали, что музычи Christmas Art Fair в Днепропетровске это событие по мотивам международных ярмарок современного искусства, это значит, что мы можем все что угодно придумывать, доделать, переписать, сделать как нам хочется. И мы работали, господи, ну месяцев 5 уже над этим событием. А Павел Гудимов хотел это событие сделать еще когда первый раз приехал в Музыч. Итак, мы придумали две новые метки. Белая нравится. Запомню навсегда. Кстати, да, вот она. Белая нравится. Может каждый наклеить. Никто ничего не покупает, просто пришел, абсолютно посмотрел. Абсолютно верно. Более того, почему белый цвет? Белые стены, белая лейба. Никого из авторов невозможно обидеть. Если на этой лейбе будет так много белого, а рядом на лейбе другого автора не будет, не видно белых, только можно пальчиком пощупать и заметить. Фиолетовая, насколько я знаю, это очень интересная, да? Пока у нас, кстати, одна, да? То есть не так много. Не понял. Давайте объясним телезрителям. Не фиолетовая – это человек, который посмотрел на работу и не понял. Непонятно. Непонятно. И таких работ, в принципе, практически нет, за исключением одной, да? Ну, не все стесняются, потому что написать непонятно – это… Да. Нет, не почему же. Это также проявить свое, можно сказать, поставим снова кавычки, невежество. Наверное, один из последних вопросов. Из уст местных авторов прозвучала легкая обида, что, мол, опять инициатива без Киева. А на уровне Днепропетровска такие вещи... Не-не-не, это неверная обида, не соглашусь. Не из Киева, а из Музычи. Село приехало в город. А не из Киева мы приехали. Из села приехали в город Днепропетровск. Многим ли приходится, вот вообще так, люди, посторонние люди приходят, и многим ли приходится объяснять происходящее? То есть, вот, куда я попал, что происходит, где мои вещи? Сегодня был посетитель, который сказал, я не понял, что здесь, одежда или военное снаряжение? Что же это такое все? Все вместе? Все вместе. И мы сказали, это все формат современного искусства. Формат современного искусства сейчас, это может быть и видео, это может быть фотография, это может быть шелкография, это могут быть слайды, это могут быть объекты, это может быть одежда, и это может быть не военное снаряжение. Там все-таки было что-то еще. А вот что еще? Нужно прийти на Гусенко 17, вот, 12 этом, да. до 8, до субботы, это в 5. Да? У нас все это заканчивается, не упустите эту возможность. То есть, еще раз, улица Гусенко, да? Гусенко 17, арт-центр Я-галерея, с 12 до 8 вечера,
До суботы? До суботы, до 22 декабря. Ну и, наверное, последний вопрос. Сколько еще предметов осталось купить? Ой, я вот как-то вот не очень с цифрами-то. Не-не. Отнимаем 873, отнимаем 72? 72. Ну, пожалуйста. Ну, то есть больше 800. Приходите. Ну, вот скажем так. Если что-то может понравилось. Может быть, что-то подбросим, ну, еще по ходу. Не могу не задать, как человек, который тоже что-то в жизни коллекционирует. На ваш взгляд, современное искусство, насколько интересно будет со временем с точки зрения вкладывания финансов? Возвращаюсь снова к нашему пресс-пакету. Краткий повидели в мир современного арт-рынка, как купить идею. Никто не знает. Никто не знает. Вкладывайте в самого себя. Идеи помогают нам жить. Предметы, они, что-то с ними происходит, они теряются, губятся, что угодно. Идея. Это самое важное. Вы покупаете идею, не предмет. Есть еще, упомянем. Здесь очень много еще всего. Заметок участников первой музычи Christmas Art Fair. Художники говорят об этом событии. Текст Андриан Папер, любезно переведенный я галерея на украинский. Это сложнейший текст, с трудом. О, собственно, о формировании стоимости на предмет искусства. В общем-то, придя к нам, можно получить очень много дополнительной такой образовательной информации. Да. А если кто-то приобретет что-то, мы выдаем такой прекрасный оранжевый конверт по обожанию коллекционеру, или вот этот прекрасный оранжевый конверт, тоже по обожанию коллекционеру. Эти побожания составили художники. И я вас благодарю за то, что оказались у нас в студии, за то, что рассказали о своей интересной идее, интересной ярмарке, выставке, и желаю вам побольше покупателей и интересных людей, и чтобы идеи ваши не пропадали, а только рождались. Дякую. Я дякую нашим гостям. Нагадаю, у нас в студії були Алевтина Кахідзе, перформер, художниця і куратор проєктів, а також куратор проєктів з Дніпропетровської сторони Катерина Семенюк.